Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном 23 июля, 8 вечера на часах, и сегодня я вам покажу и расскажу про урожай лука сорта Штутгартен Ризен и Ред Барон в 21 году. Лук был посажен в середине апреля, очень дружно сошел и хорошо начал расти. Второй месяц у нас засуха, днем 34 градуса, вечером 24 градуса. Если бы не ночные поливы, то все бы давно и безвозвратно сгорело. Даже лопухи с корнями на полметра и то стоят чуть живые. Скоро обещают дождики и похолодание, лук по всем характеристикам готов к уборке. Перо ложится, шейка подсыхает, покровные чешуйки также подсохли. Ждать больше нечего, надо убирать. Лук лучше убрать раньше, чем позже. Если промедлите с уборкой, будут огромные проблемы с хранением. Как видите на экране, лук находится в идеальном состоянии. Самое главное при уборке проверять место, где растут корешки. Если там гниль или какое-то повреждение, то немедленно уничтожайте данную луковицу, она не будет храниться. Как видите, у меня все в порядке. Лук нужно убирать только в теплый солнечный день, чтобы вырванный урожай погреть на солнышке. Но в этом году у нас кругом пустыня, потому солнечные ванны нашему подопечному не нужны. Далее лук убирается в сухое, теплое, темное место, где будет храниться до полного высыхания. Это очень важно, так как во время этого процесса питательные вещества с пера переходят в луковицу. Всем спасибо за просмотр, с вас лайки и колокольчик, а также подписка, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны на мой канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!